Хорошо, ушел. Target over there. Frag out. You got bamboozled. I'm spotted. Taking fire. Ну, там один. Блин, я под помогаем. Dreaming right at you. Ему поезжай. Placing a portal. Добили. Не снайпер всех стреляет. Повалил одного. Золотой броня. Поможешь? Давай, я хиляюсь. Не знаю. Понял. Но мы не в зоне, мы не в зоне. Так, его добили? Да, второй здесь, мы золотой броня. Два склада. Я убегаю. Блин. Убегаем, убегаем. Идут они в дом идут там. Понял. Это же дом. Наш? Да, да, да. Ладно. Чуть выше шли, чуть севернее шли. Так, зона не у нас. Не, они вон наверх ушли. Давай обойдем в зону. Угу. Три отряда. Бана не подобрал, ладно. Он, видишь, на дороге сидит. Поднялись на, поднялись наверх на дороге. Уже не видно кто, наверное. Пускай они ближе друг к другу, пускай они воюют. Угу. Ну, сверху? Да, рядом сидит. Вижу, не стреляю пока. Окей. Ближе подхожу. Ну все, позиция хорошая. Дальше есть смысл идти. Колено, чувак. О, одному очень сильно зарядил. Убил. Все, один склад остался. Весь. Есть прямо два. Двое. Это другой. Махнулся. Куда пошла? Уйдет. Отойду. Не, походу тоже звонит, да? Да я упал, куда я упал? Recharging shields. Одну броню снял. Они сверху нас не обойдут? Типа да, сверху! Вам и сказал. Снял. Слушай, я по низу бою, не слишком далеко. Еще второй наверх пошел. Оба наверху. Не вижу. Ранил того, кто наверху. Один по низу идет. Колено. Конец-то. Да, в конце патроны закончились. Я вот сейчас как раз прицел перекидывал на снайперку коллиматор для ближнего боя. Get your birthday present. Taking a moment to heal. I'm going over here. Let's go this way. Warning. Ring movement in progress. Drone Arc Star. Arc Star out. Alright, lucky us. Drone Arc Star. Frag grenades.
1 second. Taking a moment to recharge my shields. 1 minute until close. Rings nearby. Hostile over there. One sec, healing up. Rings close. 45 seconds. How about this way? Warning. Ring closing. Sail one. We're all inside this ring. You are the Apex Champions. Я могу узнать. Контакт, вот. Давай. Они на метку. Там были люди, они по-любому увидели. А ты не заберешь туда так, бля. Прикрывайте по нашим следам. Да, по нашим следам, да. А, тут же есть, да. Кошка, бля. А, не, я подожду, пока она сузится, я потом сделаю. Я так понимаю, так работает. Так нет, она тебе скажет следующую зону. Ну нет, она еще не сузилась. Она зеленая. Следующая зона на карте зеленая обозначается. У нас нет зеленой зоны на карте. Марк, ты в следующий... ты в прошлом раунде при такой же ситуации делал? Нет, то есть, смотрите, она сузится, мы узнаем следующую. Я нажму, и мы еще узнаем следующую. А-а-а. Хорошо, а его только один раз можем пользоваться? Нет, хоть сколько? Ну, как, подожди, одним радаром один раз. То есть, если я еще где-то найду, ну еще вот, можно воспользоваться. Ну вот, я вот это и спрашиваю, да. Да. Марк, смотри ту сторону, у нас один склад есть. Ну, блядь, у меня только ближний бой. Гибралтар, Pathfinder. Бля, по нашему репелу они, наверное, поедут. А, ну если они это сделают, будет охуенно. Тогда мы встретим прям тут. Или будем, значит, стрелять, пока они над водой летят, они спрыгнут. Да, 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 вот это. Я не вижу их. Секунду. Поставил вам еще репел. Они в зоне. Угу, спасибо. О, прикольно. Использую радар. Они халдят в паунде. Блин, к нам выходить нужно будет. Вот, мы знаем зону. А можешь туда сделать, эту херню? Кулдаун. Потом. Ну, потом, я имею в виду. Да. А, туда надо... наш репел. Добежать же можно куда-то, это хочешь.
А, все, вижу. Угу. Да, есть крас-зона, вообще прекрасно. Если что, можно лучше подняться. Смотри, Марыч, там либо у тебя могут забраться через забор, либо вот оттуда пойдут. Угу. Три склада, один как-то сдох. Те халдят еще. А, те ребята с юга. Да они наш лут, наверное, долутывать, все, что мы не подобрали. Не-не-не, они в крайнем доме, я видел их. Я просто думал, они будут пушить, но они в зоне сидят, поэтому... Че, пусть халдят, дождутся сейчас. Мы-то знаем, где зона. Да, нам придется поспать 2 минуты, а потом они уже пойдут у нас. Почекаемся. Ой. Патронов немного. Какие тебе? Хватит. Да. Желательно тяжело. У меня есть 80 штук. Плюс обойма. Враги вот тут. Ага. Пушат тебя? Нет. Если нужна будет хелпа, говори, я репейл к тебе сразу сделал. Двух чуваков риснули, вот 10. Другой склад. Давай додавим. А, бля, мы проебем. Или... Скорее всего, мы эту позицию с вашей стороны, скорее всего, нету. Чуваков. Ну, у нас склад, склад здесь был. Видим. Увидите? Мы знаем, где они... Мы это точно знаем, что они... Да-да-да, мы их видели, молодые, когда они молодые нас лутали. Они просто халдят компаунд, потому что... Бля, я бы вот этих без лута бы задавил. Они без арморов. Типа, это я согласен, вообще. Но они и так будут они без лута, потому они что где они найдут. Вон-вон-вон, есть. Да. Золотой армор. Один без армора. Мара, есть репейл? Вон еще враг. Да не надо, мы проебем других. Бля, да ладно, я тут останусь. Ты оставайся, мы с Марой поем кабину вывалим. А куда ты хочешь, к ним зарепелиться? Так, он так, вот тут вот. Так, ты можешь прыгнуть просто. Голый. Эй, люди, они бегут на другой склад, те голые. А, вот ну они. Все. Что, их не видите? А, тут их 3 было. Значит, еще кто-то убежал. Да, на меня чувак бежит. Бен на броня, чувака. Видите? Отфото. Нокнул одного тут. Кидаюсь. Нокнул дома. Феникс вижу. Подо мной 2, работаю. Мар, дай репейл, чтобы я к вам вернулся, пожалуйста. Я сейчас склад добью. Все, один склад остался. Вик, у тебя? Да-да-да. Бегу к тебе. Все, я бегу. Я бегу. Я могу их снизу, типа, развалить. Нет, я упал вниз. Я ему ульту кинул. Там осторожно, можно упасть. Одного выпил. Да, сможешь. Все, я кручу снизу. Ульта же ваша, да? Да, моя, да, моя. Дима там вот. Паспот, враги. Я хиляюсь. Минус. Один минус. Купли. Все. Хорошо. Такая дорога из репейлов. Они тупо подо мной сидели, я им так хорошо зарядил.